Трон царя Салтана установили на литературной аллее возле детской областной библиотеки на Звездинке. Трон представляет собой скульптуру, выполненную из бронзы высотой более 2 метров. Его размер определяет соседство с другим памятником, который установлен рядом. «Воробьишка» из рассказа Максима Горького. Посвящена бронзовая скульптура 185-летию написания сказки о царе Салтане. Скульптор Сергей Мальков в течение полугода работал над созданием трона. Первый эскиз появился еще прошлым летом, отлили монумент еще в ноябре. Правда, из-за рано начавшейся зимы земля так сильно промерзла, что скульптуру установить не удалось. Трон, по философии его создателя, несет сакральное значение. Этот образ вылился вот в образ трона. По моему мнению, это центр сказки о царе Салтане. Да, вокруг как бы власти там идет действо. Семья там как бы не просто семья, а семья властная. Удобный так. И красивый. Марина, иди сюда. Нет, сказку читала? Читала. Ну, здесь что-то сюда будешь приходить читать? И что? Буду приходить, возможно, те же самые сказки Пушкина. Потому что они очень интересные.